вампир выбрался на улицу. Все-таки что-то начал у меня опухать глаз, и я решила все-таки пойти в аптеку за мазью. Просто пипец, чтобы у меня вот так закончились съемки, у меня такого не было, конечно, ни разу в жизни. Но все бывает, хорошо, что у меня реально есть 10 дней, не то чтобы это прошло, реально как меня избили, да? Почему нет? Кстати, для веселья предлагаю всем потом искать самые классные статьи на тему моего синяка под глазом. Мне кажется, сейчас их раздует. Сейчас начнется агата муцинетая. Уехала со съемок с синяком под глазом. Друзья, Эмбер Хёрд, конечно, надо было сказать, что она в суде пользовалась мазью синяков. Смотри, блин. Почти замазала. Оп. И ничего нет. Почти. Слушайте, друзья, ну все, я из Владикавказа лечу домой. И смотрите, реально замазала и не очень видно, да? Вообще, сейчас даже сфоткаться со мной подошли. Я сфоткалась и выглядела норм. Как будто нет этого синяка. Что, все, Москвушечка, встречай меня. Наконец-то я увижу детей. Скоро, кстати, выйдет новый влог. Он уже на монтаже как раз про наши сумасшедшие съемки, про нашу сумасшедшую компанию. Вот. Друзья, во-первых, я мчу косметологу. Что с прической? Я мчу косметологу. Думаю, может, мне помогут, что-то с этим сделают. Кошмаром. И смотрите, новый маникюр. Я целых 10 дней могу ходить с цветными ногтями. Дальше придется снова делать мой монтажный вот этот вот нейтральный лачок. Ну, кстати, вот, ну, уже как будто лучше, да? Нет? Твоя мама, нет. Так, друзья, ну я пришла в класска. Они обещали мне что-то сделать с этим лицом. Вот. Надеюсь, все получится. Что за усы? Нет.